Так, можно, в принципе, реализовать было бы сейчас этаж Хезида. Но я думаю, что лучше попробовать с новыми силами, которые у меня появились после подавления Гимуры. Вот эти эго. Жесть. Я постараюсь принять Яна. Так, ну для этого мне нужны книги вот эти вот. Так что придется еще раз вот эту стадию пройти. Будет грустно. Фармишь шапку. Нормально. Я не могу. Какой же ты чмо. Так. Давай лучше, наверное, колющую сразу ставим. Нормально, то, что нужно. Тактика очень простая. Очень крутая тактика. Подожди, это не работает. Ну вот, все, наконец-то. Один только вдарил, ну это дерьмо полное. Вообще бесполезная дичь. А как так-то? Семерка всего лишь выпала. Ну что за бред? Бесполезно просто. Тварь конченая, как же ты меня бесишь просто. Хорош, разнес этого блюдона. Сюда его. Да в смысле, ты тварь что ли? Экстракт фьюэл еще бы получше какой-нибудь. Давай.
Хорош. 12, 9, 10. 34. Нормально. Да ты тварь конченая, реально. Вот ты такой блюдон. Да блин, ну хары его бить. Падла ты, ублюдонская. Да вот это что? Как я это пропустил? Я не понимаю. Инстинкты, давай. Возьмем мимикрия, дипсия, Crimson Scar. Ну-ка посмотрим, что Crimson Scar делает с людьми. Так, атаку надо забрать у него. Погнали. Пофиг вообще, пофиг. Так, вот он, бульончик. Так, у нас есть какие-то мощные карточки, наверное. Отменяй синхронизацию, блин. Протокол ТТ-20. 20-кратное ускорение, знаю, шарю. Ну это жестко. 23, нормально. Поглощение. На Гибуру. Дипсия, Кобальт Скар, имба. Ну в смысле, почему он сразу воскресил-то? Блюдон. Ты тварь, что ли? Массовая суммирующая. Угу. Ну давай попробуем, чё бы и нет. А, ну блин. Да. Кто еще бьет? Ты бьешь? Господи. Да, он бьет. Так. Так, все, постарайтесь, ребята, пожалуйста. 50. 26, 19. Нет! Падла. Блюдон. Да как так-то? Тварь. ТТ-5, ТТ-10, ТТ-1000. Жесть. Одного мы оглушили. Он пытается починить. Восстанавливает 5 ОЗ цели в противном случае. Подожди-ка, это хорошо, однако. Давай-ка ты мне восстановишь 5 ОЗ на роингу. Так, 17, 17, не 17, 4, 5, 4, 4, хорош. Все, дело сделано, по сути.
Только вот это вот проблема сейчас. Блин, ну конечно, блин, конечно. Как без этого? Так, проверка протокола. Опа, что сейчас будет? Что сейчас будет? Что сейчас будет? Блин! Сраная массовка, как же она меня бесит. Если бы не массовка, все было бы просто суперски. Она сможет перебить массовку его вот так вот? Если сможет, будет супер. Если не сможет, будет не супер. Двадцать шесть, сорок два, тридцать пять, девятнадцать, семнадцать, сорок. Шестнадцать, пятнадцать, десять, девять, одиннадцать, девять. Ну ведь все, что ли? Это все. Это все. Ужас. Атак виджил, атак. Атак. Скрестил сосиски. Блин, ну почему? Так, нам надо убрать виджил. А, нет, виджил на Ройнга направлен. Все хорошо получается. Атаку надо забрать. Атаку забрать может только сама Гибура, блин. Это ужас просто. Ладно, тогда она забирает атаку. На протекта посрать. С обоих сторон, между прочим. Да как так-то? Падла. Все, он умер. Прощай. Сейчас режиком за ножу. Hello, goodbye. Оболочка. А если оболочку взять на Гибуру? Блин, я не знаю, что делать. Я просто не понимаю. Да, давай я оболочку на Гибуру. Массовка, тварь. Кобальтовые. У себя нет. Как грустно. Так, виджил, атака. Защита, атаку забираем. А. Сорок шесть. А, оно не защищает. Ладно. Да почему на него-то все атаки направлены? Ё-моё! Так, репейр. Надо репейр убрать от него. Репейр убери. Ройнг, убирай репейр, пожалуйста. Ты убираешь репейр? Я не знаю, что делать, мне страшно. Ладно, он выживет. Он должен выжить. 10, 11, 11.
Ну, конечно, он выжил, нормально. Репейр ролл, репейр и сраная, блин, сраная ублюдонская массовая атака. Так, у нас 6 силы, Гибура должна задоджить это. Она убирает репейр с себя. А, нет, подожди. Так, подожди, это финал. Мне кажется, или это финал. Мне кажется, или это финал. Куда это? Так, это не важно, куда пойдет. Не важно абсолютно. Мы это не сможем забрать. Ладно, сейчас либо мы ее добиваем, либо мы умираем сами. Сейчас просто решается судьба всего человечества. Тут уже не важно, что будет дальше. Точнее, не имеет значения, что будет дальше. Репейр. Вот этот репейр надо забрать в любом случае. Все. Сейчас либо конец, либо смерть. 38. 19. Она ни по кому не попала. Давай, 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 Гибура, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да! Сюда! Это было жестко. Children of the City. Сюда, блин. Кайф, мы смогли подавить Яна. Да! Я просто счастлив. Целых 5 книг. Он должен выпасть. Он просто обязан выпасть. Как думаешь, предписания предвидели его гибель? Не знаю. В целом, это невозможно, учитывая то, что они мыслят не на несколько шагов вперед. Это не невозможно. И тем не менее, ради чего Ян подделал предписание? Он рисковал жизнью, пытаясь показать, что у него есть собственная воля. Но это и было частью плана настоящих предписаний. Точнее, воли города, как он сам выразился. Туда его, да, правильно, Нероин. Туда этого блюдона. Сюда просто. Угу. Просто ужасно, что поклонение предписаниям в конечном итоге привело его к смерти. А до этого ты говорил, что их нельзя рассматривать только в негативном ключе. Это да. Ведь что бы они ни делали, они не перестают быть частью города. Пускай мне не до конца ясны мотивы тех, кто верит в богов. Кое-что я понимаю. Они хотят жить без каких-либо забот. Но по какой-то причине появились боги. А, нет, подожди. Но по какой причине появились боги? И почему каждый горожанин в них верит, если они приносят лишь страдания? Я пыталась поставить себя на место верующих. Я старалась смотреть на мир глазами тех, кто не имеет цели в жизни. Я думала о том, как стало бы действовать, окажись я в таком положении. И как же? Разве не очевидно? Я бы сказала себе, я не стану ждать, пока кто-то другой укажет мне на мое место в жизни. Я не такая, как все. Я сама проложу свой путь. Конечно, легче сказать, чем сделать. А верующие даже не понимают то, чего они говорят. Их самих не принесут. Пока их самих не принесут в жертву во имя общего блага. Другими словами, тебе тоже кажется, что не только они во всем виноваты? Верно. Больше я не буду рассматривать верующих в негативном ключе. Но это не означает, что я целиком и полностью понимаю тех, кто поклоняется богам. К слову, теперь я тоже задаюсь вопросом, который ты поднял. Мне интересно, чего именно пытался добиться Ян, столкнувшись с последствиями своих решений? Черт его знает, мэм. Черт его знает. Теперь вряд ли кто-нибудь сможет объяснить его поступки. Так у него в книге все написано, йоу. Предписания такие загадочные. Цена тишины Сяо. Да-да. А как же реализация Чезида? Да искажение ничем не лучше. Страшно представить, что такое может происходить столь внезапно. Благодаря искажению Яна я смогла кое-что понять. Кстати, это так забавно. С одной стороны, слева Ян, он исказился, а справа Сяо. Она, наоборот, возвысилась. У нее эго же пробудилось. Жестко. Благодаря искажению Яна я смогла кое-что понять.
Похоже, что катализатором этого явления может служить даже разрушение глубинных убеждений человека. Определенно. Именно это меня и пугает. В городе такое происходит постоянно. Однако кое-кто мне уже объяснил, почему люди не превращаются в аномалии направо и налево. В любом случае, от искажений мне в который раз становится не по себе. Да. Почему его книга настолько низко? Мне же хватит 4 страниц, чтобы выбить его карточку. 1, 2, 3, 4. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, ура! О, какая красивая карточка, блин, капец. Так, подожди, что это? Не понял. Подожди, а в чем смысл? Восстанавливает 3 света. В следующей сцене теряет столько же света. Какой смысл в этой? Вот это имба, кстати, вот это имба. О, эрозия. Эрозия, нормально. А, это только на него вешается, кстати. Подожди. Вот это сложная карта, но она прикольная, типа. Получает мощь, равную уровню эмоций персонажа. Вот это жесть. Не, вот это крутая, типа, ее одну можно прожать, и с ней нулевую карточку. Жестко, жестко. Вот это мне нравится, интересная тема. Максимальному свету. Блин, на самом деле это слишком дорого, по-моему. Максимальный свет. Это жесть непонятная. Так, что же я могу сказать? Я переделал билды, сам посмотрел, как что делается, и вот сделал вот это Гибура. Это Максим. Максим, страниц Максима. Так, пурпурная слэш. Пирс. Блант. И вот защитная. Как защитная будет? Гвард, гард. Так. Это я повесил на Яна. Ну, точнее, ну, так надо было повесить на Яна. А, ну это я потом покажу. Так, ну а третий... Там был другой персонаж, но там в том гайде было, типа, это... Сяо первая подавлялась. А я подавил первым Яна. Он намного легче, потому что я не знаю, как можно Сяо подавить просто и не подавить Яна. Короче, здесь у меня Николь... вот такие на ней карточки. Так, теперь пассивки. Вот это у меня на Николь. Вот это у меня на Яне. Так, это и это. Дальше. Так, вот это у меня на пурпурной слезе. Вот это на чем? На Максиме, да? Раз, два. И на Гибуре тоже поменялось кое-что. Здесь лонд... Подожди, лонд-фиксер. А, ну в принципе, да, он неплохо вписывается, по сути. На всякий случай оставим. Ну, точнее, он пригодится потом. Все, так, я бы взял вот это.
Да тихо. Так, я бы взял еще... Где? Руду... Ой, нет. Максим? Что у меня еще было? А, Ян, точно. Короче, птица. Опять она не с нами. Что это, боже мой? Какие-то вороны. Эх. Так, маленькие атаки. Так, атакующие кубики аномалии получают плюс 50 к мощи, если она сталкивается с атакующими кубиками. Ага. Если в этой сцене аномалия получает урон, в следующей сцене она использует панишмент против персонажа, нанесшего ей урон. Так, когда страница Punishment сталкивается со страницей Forest Keeper, Keeper's Lock, цепь на птичьей клетке рвется. Кого? Можно убрать это говно. О, спасибо. Угу. Что-то непонятное, конечно. Так, Forest Keeper. Оглушенные цели в приоритете. Атакующие кубики персонажа получают плюс 2 к мощи против цели с меньшей скоростью. Так, дают библиотекарю, который убивает этого персонажа, специальную страницу Forest Keeper's Log. Ну, я вас понял. Допустим. Бум. Нифига себе, 25. Что? Ваншотом оглушает? Это бред. Ну ладно, сейчас посмотрим. Нет, это жестко было. Так, они все направлены на него, конечно же. Почему уже, интересно? А, при попадании разрушает все кубики и оглушает цель. Ужас. А мы не сможем всех задефать? Ну ладно, ничего страшного. Подожди, тебе надо это, дробящую стойку. Это мы забираем. О, оглушен, найс. Больно. Привет, Нероинг. Вот это разнос просто. Кайфули. Так. Не, знаешь, против аномалии мне билд нравится, в принципе. Либо аномалия легкая, либо мне очень нравится этот билд пока что. Так, звоночек. Нифига себе. Нифига себе, а почему у меня... Ладно, давай вот сюда Emotional Turbulence. Это сюда. 9. 6, 8, 9. Нормально. Знал. Почему? Боже мой. Сраные контркубы. Боже мой. Это...
Это бред. Это очень обидно. Ладно, контур кубы нельзя юзать, я запомнил. Никаких контур кубов. Так. Ого. Взрывается. При столкновении со страницей Punishment. Это не Punishment. Punishment надо подождать еще. Как она может получить урон? У меня такой вопрос. Эх, что делать? Ну ладно. Так, view. И вот это. Ой. Ладно, мне кажется, ему посрать вообще. Жесть, вот это ты разнес, конечно. А, больно. Спасение. Для этой птицы сама смерть является спасением. Все кубики получают плюс один к мощи против противника с большей скоростью. Если текущая УЗ цели составляет 25% или менее от ее максимального УЗ. Ого, ничего себе. С хп, капец. А чё у них так мало жизни? Вот это мне не нравится. Это надо перенаправить куда-то. Все. Да погнали. Погнали. Эй. Нормалды. Плохо. 7, 8, 6. Нет, нет, не убивай. Ты что наделал, тварь? О, разнесли, разнесли, конечно. Что делать с этой птицей сраной? Она плюс 50 к силы получает. Как мне нанести ей урон? Да-да. Я помню, я помню. А что делать с птицей? Я не понимаю, подожди. Как она может получить урон? Как? Если она плюс 50. Я не понимаю, как можно получить урон ей. Это невозможно просто. Семерочка. Массовая суммирующая. А если я проведу атаку этой атакой? Что будет? Была, не была. Ладно, стой, лучше вот сюда долбанем. Опа. Сюда анлок 2. А, вот оно что. Скорее всего, от этой, от массовых атак она должна получить урон. И она его получила. Punishment 90-90. А я такой. Куда? Эй! Фух, все нормально, я испугался очень сильно сейчас. И чё? Не понял. А нафига я это делал?
чего? Нафига я все это делал? Меня вообще ничего не помогло. А, я понял, вот так надо, смотри. Только это не сработает сейчас. А, слушай, она еще есть. Она бесконечная. Как бы мне это сделать сейчас? Вот так, смотри. Раз, два, три. И долбим ее. Вот так вот. Фух, жесть, конечно, разнос. Так, сейчас на юзает панишмент. Я понял, почему вот так надо было сделать. О, да. Снова то же самое, да? У меня нет кубиков уклонения. А, вот у него есть. Только, блин, у него нет света. Потому что он забирает свет у него. А, вот есть. Отлично. О, нет, нет, нет. Да падла ты, тварь, какая же ты. Там разорвались две цепи вроде уже. Вот падла-то, а. Взял и выкинул какую-то фигню. А почему? На, ясно все. Кабум. По ноль урона. Кайфарики. Сюда. Опа, одна осталась. Красиво, эта вмятина осталась здесь навсегда. С буквой R. Прикольно. Хватит убивать голубей ради глупцов. Ужас. А, да? Еще и другими надо бить? Блин, блинский. Так я не могу, у него один свет. Вот эту карту можно юзать, в принципе. Не, ну я вас понял, я вас понял. Так, есть что-нибудь? О, есть что-нибудь. Эрмитаж. Погнали. Я надеюсь, ты не просрешь, как в тот раз. Это будет просто ужас. Хорош, молодец, молодец. Фух, нормально. Хватит отрезать у охотников их сосиски. Ужас, ужас. Хватит делать шоколад из аленок. Кто запрещает? Ты что такое-то? На, а. На, жри. Не понял сейчас. А это смерть называется, да? Или это не смерть? Это разнос. Это будет разнос сейчас. Раз. Двас. Трис. Просто разнос сейчас будет. На. Кабюм. На. Хватит отрезать сникерс у Байдена. Виктори. А нафига ты мне говорил бить, если... Ладно. Просто птичку в клетку посадили, и все. Конец. Так, хватит делать из докторов колбасу. Хватит из меня делать, осуждаю. На, держи свои книги. Скажи, ты уже привык использовать сражение силу аномалий? С того момента, как я здесь оказался, проблем с ними у меня не было. Похоже, в тебе есть задатки к физическому проявлению эмоций. Не в задатках дело. Здесь я не могу их проявлять. А, подожди. Здесь я не могу их не проявлять. Но если в тебе и вправду живет подобная предрасположенность, возможно, в скором времени ты сможешь проявить свое собственное эго. Ого, ничего себе. Если так будет, будет круто. А также подвергнуться искажению стать аномалией?
Совершенно верно. Если честно, сейчас мне уже наплевать, превращусь я в кого-нибудь, какого-нибудь монстра или нет. Это перестало иметь для меня хоть какое-то значение. Твои слова говорят о том, что ты многое потерял. Скорее, меня многого лишили. Не успел я ничего понять, как оказался в водовороте событий и лишился всего, что имел. Как ты думаешь, в этом тоже вина города? Насколько я могу судить, ты считаешь, что город лишил тебя твоего обыденного счастья? Да, так и есть. А может, я просто совсем смирился и в конечном итоге сдался? Этот мир никогда не позволял мне получить то, что я хочу, просто так. Мои желания всегда приводили меня к страданиям. А ты сам никогда не причинял боль другим и не брал ничего чужого? Ни раз. Но ведь это одно, а то это другое. Ты в очередной раз прибегаешь к своему излюбленному оправданию. Осуждаю. Ладно. Кстати, что-то я... Неважно, все. Но справедливо ли оно? Неужели ты думаешь, что можешь так легко очернять границы, очертить границы между тем, что тебя касается, и тем, что нисколько тебя не заботит? Ну, очевидно, что мои страдания — это моя забота, а боль, которую испытывают другие, — это их личное дело. Какое легкомысленное заявление. Тебе лучше других это знать, и ты все же непреклонно отказываешься принять действительность, которую никто никогда не поймет. Ну да. Эх. Ты тоже можешь видеть страдания других, но предпочитаешь просто закрывать на все глаза. Именно это делает вас, горожан, такими уязвимыми. Вы восприимчены лишь к собственным страданиям. Каждый из вас верит, что собственная боль гораздо важнее, чем чья-либо еще. Однако, в глубине души, вы прекрасно осознаете, что ваша вера не соответствует реальности. Именно это противоречие порождает явление, известное как искажение. К чему ты клонишь? Хочешь сказать, что видишь боль, которую несет этот город? Что ты можешь ее понять? Что ты можешь выяснить, что лежит в ее основе? Здесь нечего понимать, ведь я могу лишь наблюдать за этой болью со стороны. Так я и думал. Твои фразы были обычной игрой слов. Знаешь, софистичья речь пестрит подобными оборотами и нелепицами обычно долго не живут. Может быть, в том, что ты сейчас сказал, есть толика правды. В конце концов, меня бы здесь не было, если бы так не сложилась моя судьба. Раз уж ты получила свои книги, я пошел. Подожди секунду. Мне больше не о чем с тобой говорить. Вот, возьми. Что это? Рекомендую попробовать этот черный чай. Думаю, ты оценишь его вкус по достоинству. Да. Ё-моё. Хорошо, я его возьму. Спасибо. Третий уровень. Yes, сюда. Так, ну-ка. Сцене после того, как выбранный библиотекарь получил урон, первый кубик на первой странице, который применен библиотекарь, получает 2-4 мощи? Подождите-ка. Интересно. Так, чем больше сцен выбранный библиотекарь не получает урон, тем больше урона наносит. Не более 10 дополнительного урона. А, ну это такое себе. Так, кубики у ворота получают 1-2 мощи. При победе в столкновении при помощи кубика у ворота следующий атакующий кубик получает 1-2 мощи. Черный чай Кюртис – самая имба. Всякие Ричарды, Гринфилды – фигня для тех, кто не шарит. Ну да, правильно. Сумерки? Его же вроде нельзя скрафтить. Он только командой выдается. Я видел этот мод у кого-то.
Птица правосудия. Я хочу дальше. Погнали. Ой, какие маленькие птички красивые. У них есть весы. Грех. Если в начале сцены количество грехов превысит определенный порог, если правосудие использует специальную страницу. Грех можно передать союзнику, если атаковать его... Бина с нами? А чё, можно атаковать своих? Не понял. Можно атаковать своих. А я только что это узнал. Ну, забавно. Данилочка, привет. Так. Пуфик, как собаки выражают радость? Выдашь себе. Примерно так же, как на стриме сейчас, без негатива. Я насрал тебя в тапки. В тапки. Вот так. Так, ну я понял вас. Unjust Scale. Начиная с первой сцены, все персонажи, исключая птицу правосудия, в начале сцены получают один грех. Грех можно передать союзнику, если атаковать его, и нанести ему урон. Один грех за страницу. Все кубики персонажа получают мощь, равную количеству грехов, которые имеет цель. Если в начале сцены персонаж имеет 5 и более грехов, аномалия использует против него специальную страницу Judgment. Так. Вес греха. Все кубики персонажа получают мощь, равную количеству грехов, которые имеет цель. Так, я вас понял. Подожди. С массовки. Если с массовки долбануть своего, то все будут получать свой урон. Цена тишины без урона никогда. Когда пройду Сяо, тогда, возможно, попробую пройти это. Надо найти билд против Сяо хороший. Сделать его. Потому что сегодня я вот нашел билд стандартный. Ну, не стандартный. Там есть в этом, в стиме, кое-какая вещь. Украл фарм у своего лесника в лоле. Не понял. Не шарю. Так. Если в начале сцены у трех или более персонажей 3 плюс грехов, персонажи используют страницу массовой атаки Ceaseless Judgment. Overflowing Misdis. Аномалия теряет 25% от максимального УП после использования Judgment. Ух ты! Что-то как-то фигово все, однако. Боже мой. Так, все вбьют в одного. Его и надо. Так, его и надо. Так, это сюда идет. Сюда идет, сюда идет, сюда идет. Это сюда тоже должно идти. Не понял. Ой, не сюда.
А, нельзя так? Сяо не убили. Я проиграл. Прости, пожалуйста, братик. Так, эти подоночки Ой. Точнее, забили его. Теперь что мы делаем? Они решили, что можно делать какую-то дичь. Но я с этим не совсем согласен. Так, это сюда идет. Так, у нас есть одна атака. Второй так и нет. У нас есть массовка, в принципе. А, вот, кстати, массовка хорошо работает. Ты понимаешь? Я же говорю. Далеко не факт, что что-то может получиться. Так, в принципе, всегда. Так, у нас есть лок, лок. Нельзя лок применить. О боже, это ужасно. Эти подонки еще будут его. А что за бред? Алло. Хотя. Вот один есть. Вот второй есть. Вот эту можно задефать, например. Угу. У него в следующем ходу будет 3. У нее 1. У него много, короче. Так. Вроде все. Вроде все плохо. Блин. Да ё-моё. 3 будет. Кто? Тогда Бина должна долбануть своего. Вот так. Все, погнали. Прости, пожалуйста, прости, мужик, прости. Нет! Какого? Это ГГ, это слив. Или нет? Нет, я не буду в Майн играть на этом сервере больше. Нароинг. Если долго мучиться... Нифига не получится. Ну потому что. Я не знаю, нафига его, блин, за это, блин, за... Вайпанули. Еще какие-то расы, блин, добавили. Короче, нет желания больше. Вообще. 34, вечно горящая лампа.
Ну, блин, допустим. 2, 1, 8, 4. Пока что все хорошо идет. Да, все хорошо идет. Все хорошо идет. Так, это сюда. Так, мы можем отвлечь двух птичек на себя. Вот это надо задефать как-то. Рина, вот, execute. Заряд. Что это такое грех? Четыре греха. Ну, это капец. Что творят? Что творят? Ужас просто. Так, мультислэш. Надо отвлечь вот этого мужика. То есть вот это я так убрать. И накидать сюда одну эту. Один вот этот анлок, допустим. Так, вот это куда-нибудь. Сюда, может быть. Короче, откат, все. Мир заново создается просто, и все. Заново играют люди. Согласен, нафига, неделя прошла уже, вайп, это просто капец, я не понимаю их. Тех, кто поддержал эту идею, этот Егор написал, что 90%, блин, игроков поддержал идею. Капец. Кинь нафиг 90% игроков. Ах. Подожди, у тебя... А, у тебя 4 греха, нормально, пойдет, еще хватит. Еще держишься, мужичок? Держишься. Так, ну этим бьем птичку. Я думаю, хватит. Ну-ка. Не, ну все нормально, по идее. Прости, пожалуйста. Прости, прости, мужик. Эй! Десять. А чё так много? А, сила. Он убил своего человека. Ну-ну. 90% один человек. Нет, один человек это 100%. Смотри, эти птицы сраные все еще живы. Так, вот этого чела надо дефать, абсолютно. Он должен в себя две атаки взять, во-первых. Мультислэшем, допустим. Так, потом ринорамом. Так, вот эту атаку нам надо отразить как-то. Подожди. А, не, он пойдет. Какой-нибудь мультислэш сюда кинем. Так, ну и... Вот этим. Погнали. А вот сюда. Давай. Может быть, здесь скоро деревнем? Да. Знаешь, что я хотел? Вот после вот этого всего мне захотелось сделать свой сервак. Типа, ну только это. На тебя, Данилочку там. И еще я хотел Кирюху. Касаткина. Потому что понравилось мне с ним играть. Все, погнали. Разнос. Разнос просто, разнос. Нет, 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 грех. У нас лишние грехи появились. Это ужасно просто. Прости, пожалуйста, мужик, прости, прости.
Кара, спасение. Коррупционный серф какой-то. Купец. Серф по ДСУ. А вот... Нет. Хотя не знаю, можно будет спросить у Кирилла. Ну я спрошу у Кирилла, если что. Так. The Will of the City. Так, сейчас разносить будем этого дурочка. Не, мы скорее всего уже победили. Насколько я могу видеть. Может быть я ошибаюсь, но мне кажется уже победа. В руках прям. Нет. Ой, я дурачок. Птичка не умерла. А, все, умерла, нормально. Все хорошо. Так. Нет, это не мой сервер. О, да. Вы видели, ребята, я смог это сделать. С первой попытки. Ой. С третьей, точнее, с третьей попытки, ладно.